В настоящее время уголовно-исполнительная система Кыргызстана сталкивается со многими трудностями, включая ограниченное финансирование, плохие материальные условия содержания заключенных, невозможность раздельного содержания разных категорий осужденных, перенаселенность отдельных учреждений, развал производств и отсутствие надлежащего профессионально-технического образования заключенных. Решение этих проблем является залогом создания современной и эффективной системы исполнения наказаний. В 2009 году был запущен проект Европейского Союза и Управления ООН по наркотикам и преступности «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике». Проект направлен на оказание помощи Кыргызской Республике в укреплении верховенства права путем дальнейшего совершенствования системы исполнения наказаний. Проект предусматривает комплексный подход, который включает продвижение дальнейшего развития законодательства, повышение управленческих навыков сотрудников системы исполнения наказаний, улучшение условий содержания, развитие производств на базе исправительных учреждений, продвижение социальной реинтеграции заключенных, а также содействие в разработке стратегии дальнейшего реформирования пенитенциарной системы Кыргызской Республики. Утро в женской колонии номер 2. Построение. Отсюда отряды с осужденными по очереди отправляются на работу. Вот так мы и шьем. Здесь почти на всех одна профессия. С утра до вечера эти женщины, не поднимая головы, работают за швейными машинками. Айчерек – средняя швея. На воле получить профессию не получилось. Не успев окончить училище, она вышла замуж. В 17 лет уже родила дочь. Денег молодой семье не хватало, поэтому пошла на кражу. Так и оказалась здесь в первый раз. Не суди, судима не будешь. Конечно, никто не застрахован от такой жизни. Вот я хотела на воле же, как бы, научиться шить, а научилась, а именно я здесь. Вот видите, как жизнь распорядилась. Но на работу здесь никто не жалуется. В дни, когда цех простаивает, скучают без заказов. Трудовых будней осужденные ждут больше, чем выходных. С настроением обычно, с очень хорошим приходишь на работу. Заряд энергии все равно. Интересно очень. Есть в женской колонии и еще одно производство. Соевого молока, творога и сыра. Вот он сам соевый сыр. И с него можно всякие салаты делать. Он очень полезный для организма. В производстве соевого молока заняты 8 осужденных. Молоко поставляется в 6 исправительных учреждений. Но в будущем планируют не ограничиваться внутренним сбытом. Так как цех в республике единственный соевый. У нас в магазинах привозные все турецкие соевые напитки, казахстанские соевые напитки. Естественно, они очень дорогие. И мы надеемся, что тоже выйдем на рынок. И наша продукция, значит, будет конкурировать с другими продукциями. Но самая главная причина, по которой в колонии запустили производство – дать работу осужденным. Зарабатывать неплохо. На заработанные свои деньги они, многие из наших женщин, даже помогают своим родным. То есть на лицевом счете накапливается энная сумма, и какое-то время, значит, они эту сумму передают, значит, своим родственникам, детям. Даже вот есть многие, которые поддерживают свои семьи на воле. Швейный цех и цех по производству соевого молока в женской колонии помогли открыть Евросоюз и Управление ООН по наркотикам и преступности. И все это стало возможным в рамках проекта «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызстане». Можно производить не только молоко, но можно также производить все виды сока. Швейный цех переехал в недавно отремонтированное просторное помещение. Если раньше было 30 рабочих машинок, то теперь их 85. А это значит, что в колонии могут шить больше и лучше. Обшивают осужденные не только сотрудников ГСИН и других ведомств, но и берут заказы у частных фирм. В цехе по производству соевой продукции тоже был сделан капитальный ремонт и докуплено оборудование. И швеи, и операторы по производству соевого молока получили сертификаты агентства профтехобразования о том, что окончили профессиональные курсы.
Үкмөт салган жумушту деген международный организатор жасап кетти. Международные организации делают то, что правительству не под силу. Мы тоже что-то делаем, но у нас, как всегда, не хватает средств. Проект, конечно же, очень выгодный. Данный проект в Кыргызстане является уникальным для всей Центральной Азии. Такого проекта еще никто не делал, потому что, в первую очередь, он несет гуманитарную составляющую. Это вот, как вы видите за моей спиной, собранное производство, доходоприносящее. Кроме того, проект, который мы исполняем вместе с Европейским Союзом, нацелен на то, чтобы предоставлять помощь государственной службе исполнения наказания Кыргызстана. Но если в женской колонии трудоустроено почти 100% осужденных, то в мужских колониях все иначе. В связи с отсутствием фронта работы основная масса не работает. Трудоустроен где-то около 100 человек. Всего же осужденных здесь около 1000 человек, но в мужской колонии номер 3 есть свое производство – это пекарня. Печи уже морально устарели, оборудование старое. Похожая картина во многих местах лишения свободы. И если здесь осужденные могут хотя бы печь хлеб, то в других колониях работы нет вообще. В советское время у нас было 10 заводов и 2 фабрики, из которых только остались руины. Но не только из-за этого заключенные остались без работы, говорят в ГСИ. Осужденные за эти 20 лет отвыкли работать. У них не было желания вообще заниматься трудом. Появились лидеры, которые запрещали, так сказать, негласно работать осужденным. Поэтому трудность как раз и была в том, чтобы их убедить, что это производство им нужно. Что они будут не только получать новые профессии, также будут получать и заработную плату и помогать своим близким. А принимая во внимание, что 95% тюремного населения Кыргызстана – это мужчины, это молодые мужчины, и если они не заняты каким-либо трудом или не заняты, или не обучаются, то понятно, что это приводит и к насилию, и к определенному напряжению в пенитенциарных учреждениях. Потребляемая мощность 17 кВт-часов. С двух печек можно приготовить за час 250 булок хлеба. Вот эта печка последней модели. Чтобы заменить оборудование и увеличить производство, в третьей колонии решили написать бизнес-план в рамках проекта «Поддержка реформы пенитенциарной системы». И в скором времени намеченное удалось реализовать. Ушел помещение полностью. Вот это здание они помогли отремонтировать. Поставили 2 печи, тестомес и душевую кабину. Евростандарт. Как и в женской колонии, здесь работает профессиональное техническое училище. Его выпускники получают профессию, а значит, смогут не только зарабатывать деньги, пока находятся за решеткой, но и найти потом работу на воле. 2 года, как мы открыли здесь курсы пекарей. В прошлом году обучались 26 осужденных. Дали им в руки сертификат. В этом году я преподаю 28 заключенным. Что хорошо, мы можем совместить теорию с практикой, потому что есть у нас пекарня. Только не хватает вот учебных пособий. После запуска предприятий с проверкой колонии посетила делегация аудиторов от Европейского Союза. Гости дали свою оценку проделанной работе. Для нас очень важно, чтобы после того, как проект закончится, все навыки, которым обучались люди, и все это оборудование, которое предоставлено, чтобы все это продолжало приносить пользу стране, чтобы все это было устойчивым после того, как мы отойдем от этого. В ГСН же уверены, что затраченные усилия не пропадут даром. Те проекты, которые у нас открыли вот при поддержке Евросоюза, они будут постоянно в рабочем, работоспособном состоянии. Потому что все-таки молоко, хлеб – это продукты потребления. А швейные изделия, осужденных тоже нужно одевать. И нас, сотрудников, тоже нужно одевать. Надо занять осужденных работой. Это первостепенная задача. То, чтобы они были заняты. Плюс еще зарабатывали какую-то иную сумму, закрывали свои как бы исковые долги, плюс как бы выделялось для них, для себя какие-то суммы, чтобы для бытовых целей. Вот, когда будут заняты люди, у них, оказывается, и в мыслях будет другая мысль, то есть заработать, получить какую-то специальность, и
приспособиться то есть, в дальнейшей жизни, или так я понимаю вообще-то. Видя положительные результаты проделанной работы, кыргызское правительство согласилось поддержать 3 новых проекта и вложить в них 22 миллиона сомов. Но для дальнейшего реформирования пенитенциарной системы без донорской помощи все равно не обойтись. Но производство в местах лишения свободы выгодно не только заключенным. По мнению специалистов, правильно организованное дело внутри колонии поможет решить множество и других проблем. Рыночная стоимость многих товаров и услуг, она очень высока. Колонии не могут приобрести себе хорошего качества, хорошего, ну, те виды товаров, которые им нужны. Поэтому происходит то, что покупают меньше. Используя собственное производство, это позволяет им сократить свои издержки, выпускать по минимальной себестоимости и при этом обеспечивать в полном объеме. То есть у людей будут свои собственные кровати, тумбочки, свое собственное постельное белье, хлеб, который у них производится, молоко и так далее и тому подобное. Для того, чтобы не только запустить предприятие, но и научиться ими управлять, в рамках проекта для сотрудников ГСН были разработаны обучающие программы. За 5 дней работники из правительственных учреждений написали и защитили бизнес-планы. Некоторые из них удалось реализовать. Это пекарня, швейный цех и цех по производству соевого молока. Текучесть кадров очень большая, сотрудники уходят и приходят, поэтому проект недолговечен. Но результаты этого проекта, то есть те модули, которые мы разработали, и те учебники, которые теперь останутся, они будут полезны не только для системы пенитенциарной, но и для любой системы государственного управления, где есть такое партнерство, когда государство создает государственные предприятия внутри, но они коммерческого уровня. В рамках проекта было проведено множество семинаров и по другим темам, таким как управление исправительным учреждением и тюремным персоналом, работа с заключенными, приговоренными к пожизненному сроку, инвалидами, пожилыми людьми и детьми, а также по стратегическому планированию. Они смогли составить стратегию развития уголовно-исполнительной системы на 2014-2016 годы. Вот, данная стратегия уже утверждена постановлением правительства, и сейчас в рамках данного проекта стратегии работает уголовно-исполнительная система. Стратегия – пошаговая инструкция развития уголовно-исполнительной системы до 2016 года. Это первый документ такого рода. Когда вот создавали стратегию, высчитывали все полностью, где нужны какие финансы, что нам надо делать, что надо для развития уголовно-исполнительной системы. Это учебный план, который был утвержден с официальным приказом КСИНа. Также в рамках проекта были проведены обучающие семинары для тренеров учебного центра ГСИН. Был разработан учебный план и учебные модули, по которым теперь будут проводиться занятия. Учебный центр, который был создан в 2003 году, количество сотрудников очень мало. У них всего лишь 3 сотрудника. Значит, как преподаватели обычно действуют вот, сотрудники КСИНа, которые добровольно читают лекции, и поэтому очень важно для нас усилить вот их потенциал с учебным планом в руках и с учебным модулем уже легче станет преподавать. Но помимо трудоустройства заключенных, в тюрьмах Кыргызстана есть и множество других нерешенных вопросов. За годы независимости большой проблемой стали санитарные условия в колониях. И вся канализация пришла в негодность. И мы имеем даже, можем получить такой скандал, потому как вот в Молдаванском кусту из-за вот этой канализации сгнили, да,
туберкулезные палочки попасть могут в чую, понимаете? И потом она может выйти там где-то на Казахстане. Поэтому в рамках проекта было решено потратить 700 тысяч евро на ремонт банно-прачечных комплексов, систему водоснабжения, канализации и вентиляции в 4 колониях, в которых содержится около 3000 осужденных. Это те же наши граждане, просто лишенные свободы, то есть... отделил народ от народа, то есть мы отдельно содержим, чтобы они понесли то наказание, но не надо их отлучать от тех, кто же нормальных человеческих условий. Спасибо! Открытие банно-прачечного комплекса в колонии 47 в Бишкеке, несмотря на снег и мороз, стало настоящим праздником. От того, что здесь было раньше, остались только стены. После капитального ремонта это здание не узнать. Готовы? Два, три. После официальной части все собравшиеся смогли посмотреть новые отремонтированные помещения. Это прачечная. Будет стирать осужденный, здесь сушить и там повесят для сушки. Не меньше ждали открытия банно-прачечного комплекса и в Молдовановке. Здесь решили снести старое здание и построить новое с нуля. Сами сотрудники колонии говорят, что таких бань нет даже на воле. Когда осужденные бастуют, когда они что-то требуют, одним из таких требований, значит, банно-прачечный комплекс, чистое белье, чистое постельное белье и другие моменты. А это помогает нам по соблюдению режима и стабильности, оперативной стабильности в местах лишения свободы. Содержится около 10 тысяч человек. И в основном это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Ну, допустим, я не граблю, не ворую, ничего, за это не сижу. Вот сижу всю дорогу за наркотики. Вот еще 40 такие дают. Учитывая отсутствие производства в колониях, большинство заключенных – это иждивенцы на шее у государства, а значит, у налогоплательщиков. Часто на их содержание тратится несоизмеримо больше причиненного ими ущерба. Один казан украл, чем давать 5 лет срока, лучше дать ему 15 суток или штраф работы, чтобы подметал он хотя бы эту улицу. Да? В Кыргызстане очень город гордый. Чем 5 лет давать тюрьму, лучше 15 дней улицу подметать, он больше эффекта будет, больше не будет воровать, например. Мурзабек попал в колонию для несовершеннолетних за то, что украл занавеску, дипломат, костюм и 2700 сомов. Дом был бы, ну, где-нибудь работал бы, и вот эти деньги я заплатил бы, 3100 сомов. Скажи привет! За железной проволокой в женской колонии отбывают наказание своих мам и дети. Марина Кузнецова здесь не впервые. В этот раз попала в тюрьму за убийство матери. Дали 8,5 лет. Дочь Арсению родила в СИЗО. Пока девочка с мамой, но через полтора года, когда ей исполнится 3, она отсюда выйдет, а ее мама останется. Ну, что не нравится? Здесь, конечно, находиться. Освободиться хочется быстрее. Как-никак. Того, что на воле, здесь ребенку, конечно, ты же не дашь. А вот Виктория попала сюда за то, что в драке ударила мужа ножом. Дали 8 лет. По амнистии сократили срок до 5 лет. На воле у нее осталось 2 детей. Третий родился здесь. Ударил меня со злости, наверное. Раньше не было? Нет, вообще не было. Чтобы... Что, не могли сами разобраться или заявление? Ну, ударила я его так, что внутреннее кровотечение началось, вот попало. Хорошо, что спасли, дай бог, конечно. Сейчас поддерживаетесь? Да. Ну, как, он простил меня на суде, я его тоже простила. Дети все-таки совместные.
Но несмотря на то, что сами супруги друг на друга зла не держат, Виктория с младшим сыном в тюрьме, а муж и двое детей по ту сторону решетки. Чтобы таких случаев было меньше, в рамках проекта «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызстане» поднимался и вопрос изменения законодательства страны, а именно введения альтернативных способов наказания. Прежде всего, чтобы в тюрьмы попадало как можно меньше людей, чтобы изменить репрессивную уголовную политику государства, чтобы применялись альтернативные виды наказания. И на сегодняшний день, к сожалению, процент применения альтернативных видов наказания очень низкий, а удельный вес лишения свободы остается предельно высоким. По статистике, 40% освободившихся из тюрем возвращаются сюда снова. А все потому, что им сложно реабилитироваться на свободе, найти работу и содержать себя на честно заработанные деньги. Получается замкнутый круг, из которого сложно выбраться. Кто попадает в учреждение? Обычно это люди из бедных семей, те, которые не могут позволить себе высококвалифицированную юридическую помощь, те люди, которые, к сожалению, не смогли, может быть, найти себя до того, как они совершили это преступление. После того, как эти люди освобождаются, и после того, как они отбыли там определенное время, они получают некоторые новые навыки, криминальные навыки и определенные знакомства, выходят и, к сожалению, совершают эти преступления. А так как это в основном молодые мужчины, которые должны, у которых есть семьи, у которых есть дети, которые могут работать и оказывать тем самым содействие своим семьям, и они не реализуют свой потенциал, к сожалению, в то время, когда отбывают наказание. В рамках компонента проекта по совершенствованию законодательства, регламентирующего деятельность уголовной исполнительной системы, при непосредственной экспертной поддержке команды проекта были приняты следующие нормативные документы. А также в рамках проекта была создана экспертная рабочая группа по разработке ведомственной нормативной базы уголовной исполнительной системы. За время работы данной группы разработано и утверждено 1 закон, 8 постановлений правительства и 46 ведомственных актов. Несмотря на то, что проект в целом по своим основным компонентам завершен, доноры планируют продолжить работу по дальнейшему реформированию УИС. Тюремная система Кыргызстана находится тоже на стадии развития, на стадии реформирования. Есть и позитивные результаты, есть, конечно, еще очень многое, что необходимо все-таки переделать, нужно доделать. И поэтому в этом плане помощь тюремной системе Кыргызстана от международных организаций, от местных неправительственных организаций, от общественных формирований, религиозных организаций очень велика. Мы решили поддержать данный проект, потому что правительство Кыргызстана четко сформулировало свою политическую волю по поддержке пенитенциарной реформы и по продвижению дальнейшей стратегии развития уголовно-исполнительной системы республики. Новая программа по продвижению верховенства права начинает реализовываться в 2013 году. Мы сможем продолжать оказывать поддержку Кыргызстану в совершенствовании законодательной базы. Достаточно большой компонент в новом проекте будет посвящен судебно-правовой реформе и совершенствованию уголовного законодательства. Выполнение принятой правительством Кыргызской Республики национальной стратегии по реформированию уголовно-исполнительной системы на 2012-2016 годы позволит стране действительно совершить шаг вперед в деле реформирования уголовно-исполнительной системы, ее модернизации и превращения в социальный институт государства. Но учитывая напряженность республиканского бюджета, возникает настоятельная необходимость поддержки в реализации данной программы со стороны международного и гражданского сообщества. Сообщество.